Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Unity, продолжаем проходить вот эту, можно сказать, игру. И сейчас, ребята, мы находимся на пятой главе. В общем, если так считать, то сейчас, не сейчас, а вообще в игре 12 глав, так как мы смотрели, на какой мы главе. И если посчитать, то там максимум их 12. И мы сейчас на пятой, и какое-то там второе воспоминание. Итак, Лафреньер, где смотрим, что тут. Лафрень какой-то, короче, какой-то месье. Ребят, я извиняюсь, чтобы без веб-камеры, так как я говорил, что игра немного глючит, и поэтому потом видео отстает от видео с веб-камерой. И поэтому, как бы, вот это не очень хорошо, потому что потом отстает оно, и как разобраться, если оно, ребята, отстает и намного быстрее все показывается, чем я там что-то делаю на видео с веб-камеры. Поэтому, ребята, как-то не очень. Плюс к тому, что игра немного глючит, да, то, ребята, без веб-камеры, оно как бы не так глючит, как с веб-камерой. Поэтому, ребята, я говорю, я извиняюсь, что без веб-камеры, но так хотя бы не так глючит. Чувачина, я же поднялся. Черт, предатель! Все кишки тебе выпустили! Отлично, хотя бы вот этого убили. А как вот этого сбить? А, вот вы... Наглые. Давайте вылечимся на всякий случай. А то может еще так дубанут, что... Но они очень сильные, смотрите, какие они сильные. То есть, видно, что большой уровень у них. Но за это... поэтому, ребята, нам и нужно одеваться, чтобы у нас было больше защиты и всего такого. Поэтому давайте собирать деньги, так как деньги пригодятся, даже если их собирать вот так. По 12, там, по 15 идет вот этих, монет, или как там, деньжат, да? Поэтому нормально. И, кстати, их еще можно продать, то есть потом их можно продать и еще больше денег заработать. Ну, не их продать, тут, видите, еще какие-то шмотки выпадают, можно и так сказать. Какой-то табак я там видел. Вот тут чертовски много оружия. Лафреньер замыслил что-то серьезное. И куда все это складывать? Да ты! Твою ж, хотел по-тихому, но... Надеюсь, другие на меня не нападут. Только вот эти двое, что тут были. Ну, хотя бы вот так, ребята. Лутай, чувак, давай. Деньги нам нужны. Если даже немного с них падает, то исследовать хлебный рынок. Ага. Нам нужно это исследовать. Я поднял, не поднял? Сейчас поднял. Смотрите, несмотря на то, что мы только лутаем, у нас уже 1200. Что, в принципе, можно сказать, нормально. Еще бы вот этого убить. Вот этот смотрит, нужно бы его убить, а вот тех остальных можно потом. Вижу тело. Боже, это не к добру. Чтоб тебя. Что-то там есть. Да твою ж. Главное, чтобы не стреляли, потому что стреляющие очень сильные. Заходи, заходи. Умри. Охренеть. Ладно, еще раз. Так, ребята, вот мы опять тут. Главное, чтобы нас не заметили. Если заметят, это будет не очень. Давайте выстрелим отравленным клинком. Он вроде сможет нападать на своих. А вот это можно обезвредить, чтобы нас не заметили. Ты медленный, как улитка. Так, отлично, одного убили. Главное, стрелка убить, потому что он вообще офигенный. С одного вот этого выстрела нас убил. Ух ты, вообще офигенно.
А если вот так? Нифига себе, как он как-то воздух выстрелил. Но зато мы убили, отлично. Так, убийство с воздуха, за это, видите, нам какие-то очки дают и все такое. Так, ну хотя бы сейчас нас не убили. Да твою ж! Не убивайте, пожалуйста. Так. Этого убить. Ух ты. Все, отлично. Всех убили. Смотрите, ребята, у нас уже 1400 вот этого всего. Ну, денег, да? Что, в принципе, достаточно, если не считать то, что мы просто их облутываем. Так, вот туда нам наверх нужно, я так думаю, потому что больше некуда. Оружие из Баварии. Вот видите, даже сразу начал разговаривать. Тут есть кто-то? А, нет, смотрите. Нам уже можно расследовать вот это все. Или что тут есть? Да. Во! Месье! Планы у него грандиозные. Ну, те, что стреляют, вот тут где я тебя найду. Вообще нереально сильные. С одного выстрелил. Он убил нас, можно и так сказать. Опрометчиво было оставить это тут. Ага, и все, он сейчас подожжет, да? Боже мой! Ага. Бочки с порохом сейчас впадут! Конечно, ничего и никогда не бывает просто. Сам ты тут остался, вот ты, конечно, чувак. Я понимаю, что ты хотел вот это все взорвать, но... Сейчас куда? Так. Нифига себе. Может, стоило это обдумать? Ну вот-вот, я о том же. Давай, лезь. Ну, чувак. Давай. Так, сейчас сюда, да? Сейчас. Да, вот сюда. Так. Ну давай уже, вылезай. Воу. Да сейчас куда? Куда сейчас? Ага. Нифига. Прятаться на виду. Да. Воспоминания 2. Продолжить. Ну? Все? Так, куда нам сейчас? Прыгнуть куда-то тут можно вниз? Ага, то есть смотрите, сейчас мы это еще и сможем синхронизировать. Отлично. Еще одно задание прошли, которое, в принципе, такое, нормальное. Прикольное достаточно. Так, ну что? Куда? Можем прыгнуть.
и побежали ребята дальше. А, вот этих не нужно трогать, они полиция. Поэтому, ребята, бежим туда, куда нам нужно, на ту точку, куда там нам... Ну, на карте. Да, куда ты залазишь, чувак? Так, побежали. Опять ты куда? Вот ты любишь лазать, капут. Ладно, ребята, бежим туда, к заданию сразу же. Так, ребята, вот мы сюда забрались. Кстати, действительно, лаги уже, можно сказать, пропали, потому что... потому что патч выпустили, в котором убрали все лаги. Ну, все не все, то есть главную вот эту самую партию тех лагов, которые прям бесили и нереально много их было. Так, сейчас нам кого нужно убить? Какого-то главного или нет? Подкрепление придет до прибытия магистра. Стрелков на все крыши. Все указания здесь. Стрелков на все крыши, это нужно запомнить. То есть тот главный еще не пришел, нам его нужно ждать. Нам пойти с ними? С элитной стражей магистра? Они сами справятся. Пожалуй, ты прав. Ага, ну понятно. Надо бы найти, где мне переждать, пока они собираются. Где переждать? То есть нам нужно где-то спрятаться, продолжить, да. Я извиняюсь, ребята, но там было написано, что 42 стражника. О! А можно сюда спрятаться, в сено? А, спрячьтесь в стоге сена, нам тут и нужно. Люблю, когда цель сама идет в руки. То есть нам даже перебивать никого не нужно. Ждем, пока кто-то там придет, какой-то главный, да? Вот, у них это похоже на того главного с первого Assassin's Creed, самый главный там был. Куда они идут, точнее? Истина в опасности, братья мои. Ее осадили со всех сторон. Она вздернута на дыбе. Якобинцы принесли ее в жертву популизму. Так, этого сразу убиваем, да? Ага, так, я вижу, что там колокол, который нужно 100% отключить. Если мы его не отключим, то... то капут. Сразу нужно отключить, сразу. Я вижу стрелков на крыше, которых, мне кажется, лучше все-таки снять, потому что потом они смогут нас запалить как раз такой момент, когда не очень. Хотя, если они не будут оборачиваться... Упс. Так, спрятались. Да ты чё вылез? Во, нормально. Ухожу. Почему я? Послышалось? Итак, всё готово? Люди знают, что врагам никуда не... Я тебя сразу прикрою! Они больше не помешают. Видите, мы уже даже их не убиваем с одного удара, с одного выстрела. Потому что они реально очень сильные. Ух, нифига себе, нужно... Не нужно было палиться, потому что тут реально... Если спалишься, то... Вот этого самого главного нужно убить. Или спрятаться где-то. Так, ну как-то да, как-то мы их... Да хрени не бить! Этого нужно! Вот, сейчас вот этого, самого такого. Офигеть, сколько мы их перебили.
Убили? Или нет? Задержи. На твою ж. Ну, высовывайтесь. Это откуда? Фу. Это мне тоже убить нужно. Найду тебя и выберешь. Опоздал на повозку вообще. Ну, ребята, их нужно перебить, они самые такие жирные. Сюда, пожалуйста. Как? Это что вообще было? От как? Охренеть, ну. В принципе, действительно, миссия сложная, то есть они уже все сильные, ну ладно, сейчас. Так, ребята, ну что, ждем, пока этот придет. Я уже запарился эту миссию проходить, уже очень долго ее прохожу. Жду, пока вот этот выйдет на какое-то нормальное место, где его можно будет прибить. Но он, зараза, никак не хочет, стоит там на одном месте, а там куча людей, которые нас могут выпасти. Я не знаю даже. У нас там палит прям капут. Ой, он идет. Он идет. Нужно каким-то нормальным способом его убить, чтобы не поднять тревогу, потому что если поднимаешь тревогу, это капут, ребята. Что тут? Сколько тут вот этих стражников налетает, что я уже прям запарился, если честно. Он сюда идет. Да. Давай. Тут-то мы тебя и убьем. Отлично. Фу, да, в принципе, это не так уж и тяжело было. Брат. Главное, не нарываться на всю толпу. Потому что, если нарываешься, это капут. Надеюсь, вы не доверяете ему. Мирабо честный человек. Порядочный. Обычный пьяница с манией величия. Не забывай, кто здесь великий магистр, Лафреньер. Великому магистру де Лассеру немедленно доставить лично Брутти. Да, месье. Месье. Магистр, у нас проблема. Кристоф передавал информацию врагам. Они, скорее всего, знают, где мы находимся. Надо действовать быстро. Зови всех. Атакуем особняк де Бове. Так, покиньте область. Ладно, это понятно, что нужно ее покинуть. Сейчас мы ее, в принципе, и покинем. Отлично! Опять ассасин залагал. Сейчас уже можно спокойно выбегать и бежать, потому что сейчас нам нужно выйти отсюда и все. Все. Отлично. Еще одно воспоминание мы прошли. Продолжим. Все? Куда нам сейчас? А, нет. Это, походу, мы еще одну главу завершили, ребята. Прием, это епископ. Пока все хорошо. Хочу немного помочь. Мы узнали нечто очень важное. Анализ данных показал, что мудрец, которого мы ищем, великий магистр тамплиеров. Это за ним охотится Арно. Лучше не придумаешь. Вот, все установлено. Пользуйся с умом. О, до связи. Можно приобрести новые навыки. Отлично. Так, ближний бой. Это нам не нужно. Мощные удары, куда оружие... Когда наручное оружие в руках, удерживайте, чтобы нанести мощный удар. Это можно. Отлично. Еще что можно? Это нет. Это нет. Дальний бой. Это что? А, понял. Так, это нет. Незаметность. О, можно. Так, это что? Уменьшивает падение и быстрое восстановление после падения. Стремительная смертоносная атака с воздуха, поражающая две стоящие рядом цели. О, это тоже можно. Отлично. И больше мы ничего не сможем купить. Тут 5 нужно, а у нас только 2. Так, ладно. Ща. Да зачем ты вышел? Я еще там мог что-то купить. Ща еще посмотрю.
Так, опять загрузка это. Так, что тут еще можно купить, ребята? Дайте-ка я посмотрю в снаряжении. Костюмы можно какие-то? Завершите воспоминать о счастье. А, ну ладно, это такой. И чего? А тут еще какие есть? Ладно, давайте тогда. Так, ща, ноги у нас есть, пояс есть, предплечье есть, грудь есть, цвета может. Хотя цвета это такое, дофига стоит, но защита головы. У нас что-то есть, то есть или это все нужно покупать самому? 25 кусков это. Это чё? Нифига себе. А тут нереально просто дорогое вот это все есть. Так, у нас вот это есть. Использовать. Так, у нас есть вот это стандартное. Не очень. Ничего такого не дает. Это такое. Не очень. Это более-менее. Защита в ближнем бою, дополнительное здоровье. А это защита в ближнем бою, время обнаружения, дополнительное здоровье. Давайте вот это. Это нормальное. Так. Предплечье. А что это вот такое? Вот, а, это... Нифига себе. Так, больше тут ничего нету. Пояс. Тут тоже ничего нету. Что, ну, как бы бесплатного. Да, потому что что-то додается нам. Так, вот тут... Ничего толком. Тут тоже ничего. Тут более-менее, что я уже купил, да? Ноги. Ноги не очень мне нравятся. Они такие какие-то не очень. Так, незаметность там, в принципе, не очень так важна. Во, это нормально. Это нормально. Стойкость большая, урон падения, шум от бега, дополнительное здоровье. Это нормально. А, это мы не можем. А твою же. Вот это тоже более-менее. Очень большая стойкость, что нам, в принципе, пригодится. Тоже нормально. Так, сейчас еще, ребята, знаете что? Давайте-ка мы попробуем пистолет какой-то. Урон май... О, нифига себе. Нифига себе. Купить. Смотрите, какой тут урон, какой, какая тут скорость. А, у нас вот этот есть. У нас есть вот этот. Что урон тут даже больше намного. Офигеть, это пулеметы какие-то. Это что такое? О, вот это вообще красавец. 145 тысяч, ни хрена себе. Вот это вообще сдуреть можно. Пулеметы всякие. Ну смотрите, я не знаю, дополнительный урон 25%. Дополнительный урон 25%. Давайте вот это купим. Больше у нас ничего нету, но зато хотя бы будет вот это. Что, в принципе, офигенное. Это нам не очень нужно, то есть... Это такое... Во. О, я это купил, да, это нормальное. Ух, вот это бы вообще офигенное было. Вот это. Но 5 кусков это дофига. Нифига себе. Тут еще за деньги можно вот это покупать. Так, ладно. Больше нам, ребята, в принципе, ничего не нужно. Давайте выходить отсюда. Накупили мы себе нормально так вещичек. Во, какие мы сейчас. Давайте на этом, ребята, уже закончим эту серию. Ставьте лайки, если вам нравится Assassin's Creed, если вам нравится прохождение, если вы хотите, чтобы мы больше проходили Assassin's Creed. Всем за просмотр, всем удачи. И всем пока.